Для православных христиан 25 января – это день святой мученицы Татьяны. Она же является покровительницей всего российского студенчества. Торжественный молебен в честь святой Татьяны прошел в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе города Ульяновска. Молебен возглавил митрополит Симбирский Новоспасский Анастасий. В богослужении приняли участие первые лица города и области. От имени губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова, от имени правительства региона от всей души поздравляю вас с этим светлым праздником. Праздником студенчества, праздником великомученицы Татьяны. Впервые к молитве присоединились студенты всех учебных заведений города. Нам сегодня выпала большая честь выступать и участвовать в молебне святой мученицы Татьяны. Я сама Татьяна, и как бы сегодня у меня двойной праздник. Желаю всем Татьянам сегодня огромного здоровья, всем студентам успехов, сдать отличную сессию и всего самого наилучшего. Митрополит напомнил происхождение праздника и историю великомученицы. Татьяна была дочерью богатого римлянина. Она с юных лет служила Богу, помогая нуждающимся и ухаживая за больными. Но вскоре за исповедание христианской веры Татьяна приняла от градоправителя мученическую смерть. Страдания не смогли заставить ее отречься от Господа. Хотелось бы пожелать, чтобы вы были добрыми наследниками того богатого благовестия, которое принес на землю Господь и Спаситель наш, чтобы в жизни вашей все-таки яркой звездой сияли те истины, которыми должен руководствоваться человек в этой жизни. Этот день является праздником и для студентов. В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета. Ректор УЛГУ Борис Костишко, поздравив студентов и преподавателей с праздником, пригласил всех в здание УЛГУ на набережную Свияги, где празднование Дня студента было продолжено. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.